выращивание сверхострых сортов в комнатных цветочных горшках. Сорт сверхострого перца Carolina Reaper Шоколад. Этот сорт относится к виду Capsicum chinens. Это один из сверхострых сортов. Высота этого кустика в горшке 60 сантиметров. Такое количество большое плодов у него. Если посмотреть, последние солнечные лучи. Сегодня 8 октября. Так вот, перчик у нас уже созрел. Некоторые перцы еще дозревают. Он созревает от зеленого до коричневого и в конце до шоколадного цвета. Такие вот у него острые жала. Красавец, красавец перец, очень красивый. Смотрите, какая красота. Срок созревания у этого перца очень большой. Он может доходить до 300 дней. Острота у этого перца от 1 200 000 до 2 200 000 сковелей. Растение может достигать в высоту до 1 50 м, от метра до 1 50 м, если высаживать их в теплице. Но здесь, как я уже сказал, высота моего кустика 60 сантиметров. Вот он цветет вовсю. Цветочки, завязи. Еще будет плодоносить. Вкус плодов очень-очень приятный. Он напоминает вкус корицы. Вот такие вот урожаи дает перчик, если его выращивать в цветочном горшке. Сорт многолетний. Так что я советую всем выращивать этот перец у себя дома.